иммерсионная скульптура – это объем, который создан за счет пустого пространства. Самарский галерист и коллекционер впервые представил свое ноу-хау и авторскую выставку в областном художественном музее. Компоненты максимально просты – слои монолитного поликарбоната, металлический каркас и светодиодный светильник. Вся эта вещь создается на компьютере визуализации в нескольких трехмерных пакетах. И только потом рассчитывается каждый слой. И на специальных станках ЧПУ каждый слой вырезается, а потом собирается с определенным шагом. И вот за счет добавления света у нас получается вот такая магия. Магия возможна исключительно в полутьме и с подсветкой. У Вячеслава Тишина два образования – художественное и инженерное. Выпускник Аэрокосмического университета использует цифровые технологии, чтобы воплощать свой художественный замысел. Темы философские и общечеловеческие. Например, рука создателя, которую как бы и видно, но ее по сути нет. Здесь больше, конечно, визуала, но смыслы тоже есть. Мне очень понравился маятник с «Не спи», такой говорит, «Проснись для жизни». Вот. А остальное такие медвежата, кошечки, какие-то образы. Очень интересно, что они как-то погружают в детство даже. Именно современное искусство, где надо не только смотреть, но и думать. Вот оно этим отличается. То есть всегда есть некий концепт. Это зрительно очень красиво за счет того, что это еще есть подсветка, дополнительный некий эффект. Совершенно верно, что без света, наверное, они исчезнут. Ночь в музеях – это всегда такое таинство. Всегда что-то хочется показать необыкновенное, что-то такое, которое несет в себе свет. И вот когда мы думали о программе «Ночи в музее», мы договорились с Вячеславом показать выставку, открыть ее именно сегодняшний день, а совсем скоро будет его кураторский показ и, конечно, открытие такого нового искусства для нашего самарского зрителя. Марина Баркова, Сергей Александров. Программа «Утро губернии».